Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня мы играем... А я не помню, как эта игра называется. Ну, в общем, напишем потом в названии. Так, что это такое? Я не могу вернуться! Иди на свет! Ну ладно, будем следовать инструкциям. Левая кнопка мышки! Что надо сделать? Что надо... Weather феномена. Короче, как и отец, он изучал всякие темы с погодкой. Так, волшебный рисунок. Подожди меня! Не уходи от папочки! Ладно, походу тут надо следовать. И никуда не уходить. Да плевать на вашу историю. Даешь экшен. Чего это? А? Так. Не понял. Что надо делать-то? Какая сложная игра, все, выходим. Ну ладно, попробуем обойти. Тут, наверное, нельзя обойти. Да. Weather Phenomenal. Что мы можем делать с этой штукой? Давайте посмотрим. Явно нам... стоп, где она? Вот. Явно нам сюда. Потому что здесь как-то все так нарисовано. Волшебная телепортация. Так. И... Что за шум? Что за шум? Что за гам? Не знаю, нужна ли мне вообще эта штука. Но будем считать, что нужна. Воу! Видали? Мы, по-моему... я понял. Надо штуку здесь оставить. Господи. Ну и жесть. Оставляем ее тут. И теперь мы можем тут пройти. Да! Я гений! Настоящий гений! Ладно. Любой школьник догадаться может. Гошин, хватит использовать эти... Воу-воу-воу! Типа меня сбили. Я так испугался. Просто вообще. Самая страшная игра в мире. Когда поезд загудел, я так нервничать стал. Чего это? София, это наша сестра, походу. Какая-то она маленькая. А, она умерла в 86-м. Ну и ладно. Так... Кристально чистая вода. Это что, типа игра головоломка или что это? Так. Класс. Офигенно. Every decision creates ripples. Countless unforeseen consequences. Так. If we could see the inner workings of this infinity, we would mimic the deer that stands still to elude its predator. We wouldn't dare make a move. I couldn't see it. So I followed the path, and that kept me alive. But it did much more than that. Понятно. В общем, они типа делают какие-то... Вообще такое ощущение, что это... Ну, видно, что игра очень недоделанная. Ну, в плане, как вам объяснить? Видно, что она такая состряпана на кухне. Но все равно прикольно. Нет! Мой любимый рисуночек! Надо следовать за ним. Всегда. Всюду. Ух ты, ёшкин-замухрёшкин. Масштабы поражают. Доверься чувствам, Гошан! Доверься чувствам. Так, ладно. First, I saw myself reflected in the shallow sea, and then fear found me deep in the bottomless belly. Пипец. Довольно захватывающе, стоит заметить. It was much later in the world of ice that I fought against the demons that have been passed down to me. Фига, тут еще демоны какие-то есть. Ладно, что-то я не понял. Это как вообще держится и на чем? Гошан держится на движке волшебном. Ага, мне явно сюда. Что? Доверься чувствам, Гошан. Доверься чувствам. Твою налево. Это Madness. Прикольно, еще вода вся стекает. Забавно. Где же они столько воды-то взяли? Какой источник ее? Какая гора должна быть, чтобы... такую дичь осуществить. И какая там глубина, что там вода, водой все не наполняется. Это Марианская впадина, Гошан. Только когда все иссохнет в океане, она будет так выглядеть. О, тарелка. Нет, это скорее всего зеркало. Так, но мне надо как-то вниз попасть. Так. Чего это у нас такое? Ну-ка, посмотрим. Может, мы можем войти в зеркало? Как в портале.
Так. О, волшебный луч открыл нам там дорогу. Так, ладно. Ведь от нас не требует много в этой игре. Это что-то вроде, не знаю, это вроде какой-то истории, которую ты просто следуешь. У тебя особо выбора-то и нет. Так. Освети мне... А. Просто нас зеркало телепортирует в другое измерение, где все опять будет очень красиво и захватывающе. Так. She was just a little kid, even more so than I. Господи. Laughing away while playing on a swing set. I saw it coming before she did. Им надо было женский голос сделать. Ran and ran and didn't look back until I was safe. И всю историю переделать. Воу. It was all over in a split second. Ёшкин-матрёшкин. Опять какая-то хрень творится. А? Ёшкин-матрёшкин. Мне явно сюда надо что-то поставить, да? Нет, я должен успеть. Я должен успеть. Нет. Но с помощью этой штуки я могу прыгать. Ладно, будем искать какой-то ненужный... А, мне может сюда надо запрыгнуть? Хотя вряд ли он меня так высоко подкинет. Ты этого не знаешь, Гошан. Ты этого не знаешь. Ты должен верить, что подкинет. Давай. Еее. Мастер Чо. Так, дзынь. Так. Все? Господи, какой короткий уровень. Они, наверное, думают, что мы там 3 часа будем ходить и думать. Так. А? Что? Какого? Какого лешего? Тут лестницы. Часть лестницы не существует. Понятно. Что же нам нужно сделать? Дайте подумать. Ну, не активировать волшебное зеркало. Так, подождите. Это уже начинает походить на баг. Лестница есть, но ей нельзя пользоваться. А, я понял. Внизу это что-то типа отражения, да? И при этом в этом отражении... А, походу я могу как-то вот тут спуститься. Что-то вроде того. А, я понял, тут лестница есть. Так... А куда она потом ведет? Вон к тому столбу и... А, прикольно. Ладно. Так. 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 Вот это что-то новенькое. Ладно. Идея, конечно, проста, но... Но прикольно же, согласитесь. Так, что теперь? Очередная телепортация. Да господи, какие короткие уровни-то. Может, оно и к лучшему, Гошан. Может, оно и к лучшему. Так, что теперь? Ага. Нам шуда. Так. И чего теперь? О, волшебные лампы соединяют что-то, что-то создавая. Ладно. Понятно, надо их все активировать. My father shared some of the burden, but it was mine. My guilt. My fault. My fault, my fault. Ты винишь себя. Подожди, что ты такой? А, не бгайте. А, вот оно что. Кстати, так. Значит, мне надо пойти... А, слушайте, так без разницы. Без разницы, можно вот тут пройти. Пугагагапштипок-пок, пугапшти, а пугагагапштипок. А? Какого фига? Ну ладно. Я понял. Неважно. У вас тут свои правила. Так, надо их, походу, все активировать. Что теперь? О, там что-то повернулось. Волшебный луч смерти. Да-да, очень интересная история. Твоих соплей. Так, Сюда, вон сюда. А дальше не видно. Офигенно. Ну, ладно. Положимся на... Я забыл, по-моему, вот тут. Нет! Надо было туда пойти. Аня, она вообще тут невидимая, смотрите-ка. Нам надо пройти... А, не вижу ничего. Нам надо пройти по ней, по невидимой, туда пойти. И где-то с середины... Еще наверх и
и верить в удачу. Ладно, попробуем. Я уже все забыл. Моя краткосрочная память. Так, так, так. Я забыл. Я не помню. По-моему, сюда. Точно, там невидимая штука, я вспомнил. Тек-т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 ек. И тек-тек-тек-тек-тек-тек-тек-тек-тек. Тек. По-моему, да. Тек-тек-тек-тек-тек. Тек-тек-тек-тек-тек. Тек-тек-тек-тек-тек-тек. Еее, супер рэп. Так, еще одна где-то там вдалеке. Пука-пум-пум-пука-пука-пум-пум-пука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 
Вот оно что. Вот оно что. Не, подожди. Нет, нет, Гошан обманулся, обманулся. Обманули дурака на 4 кулака. Так, 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 так. И вот так. Еее. Ну что, вроде все. Или тут еще что-то есть? Так, здесь готово, тут готово. Да заткнись ты, господи, плевать мне на твою историю. Гошан, но ведь они старались. Ради того, чтобы ты ее послушал. Так. И чего тут? Чего тут? Серьезно? Ладно. Уи! Мы во что-то уперлись? Что за фигня? Ну ладно. Попытка номер два. Вообще не уверен, что мне туда таким образом надо попасть. Но это было бы логично. Прыжок веры! Что? А? Какого фига? Ты меня должен был отбросить туда, как это уже делал один раз. Может, я должен просто встать? Еее. Просто встать. Ладно. Чего тут у нас? Я понял. Еще одно волшебное зеркало, которое меня телепортирует в следующий уровень каким-то необъяснимым образом. Гошан, вот если бы ты слушал, что он говорит, и переводил бы это все, то ты бы понял, что здесь очень интересная история, от которой можно плакать часами. Глупость. Так. О! Мы типа в космосе или что? Так, ну ладно. Mean Mind. Фарту вана мандос. Ладно. Павту... К чему путь? Таламус. А, это что, типа, начало, что ли? Господи. Я думал, мы игру уже прошли. А это только присказка, это пролог только. Ладно. Майнд. То есть игра как бы намекает, что здесь надо думать. Ага, конечно. Так они меня и пропустили. Иди, говорят, Гошан, и ищи в этом бесконечном мире шарик. Господи. Где ты его найдешь? А мы не знаем. Подсказки? Да какие подсказки, Гошан? Ты просто должен правильно с первого раза выбрать направление. И ты справился. Молодец. Хотя, может, там в другом направлении тоже был шарик. В чем я сомневаюсь? О, господи! Блам-блам-блам! Глупая болтовня. Уи! Вот это переливание света! Сразу чувствуется движок Unreal. Так. Пук. Может, мне еще второй шарик нужен? Ну да ладно. Почему эта штука создает ветер, непонятно. Но... особенности природы. Mine was no big fish, but it was just a frightening. It's not more so. Frightening. Пугающе. Yeah, следующий уровень. Так. Волшебная пещерка. И что у нас тут? Away complex realities. But can you blame them? Such powerful. Symbols. No wonder you'll find them in every story, every dawn. Нет! Ах вы маленькие проклятые монстры. Потроллили меня с шариком. Я боюсь темноты. Боюсь зажатых пространств. Так. Туннель. Господи, я все должен у себя в уме нарисовать, чтобы знать, где что находится.
Слишком сложная игра. Слишком сложная. Че вы тебе нестить? Грибочки. О, мольберт. Никакой логики. Ну ладно. Чтобы нам не нарисовать. Не удивлюсь, если он сейчас исчезнет. Light and darkness are absolutes. Absolutes are easy, and easy is boring. But mix them up, and you will find my fascination follows suit. Чего? It is at night that we value the sun, the light in the dark. That's what holds my attention. Так, но мы знаем, где шарик находится. Мы не знаем, как туда попасть. Так, нам нужно найти штуку, чтобы ее поставить сюда, чтобы потом прийти туда и забрать ту штуку. Почему тут нельзя бегать? О, что-то она мигнула. Намигнула. Ничего, не, ну прикольно, конечно, бегаешь тут. Решаешь головоломки для трехлетних детей. Вызывающие, наверное, сознание. Гашан не туда свернул. Гашан не бас. Ну ладно, давайте свернем туда. Гашан вообще-то тут пришел. Нет. Я верю, что я отсюда не пришел. Главное верить. All of this sounds pretty cheesy and lame, I'm sure. And it is. But honest truths tend to sound like that. We are so unfamiliar with them. In that coma, that cave, что это за троллинг? О, есть контакт. Наконец-то мы найдем этот шарик. Я знаю, он сюда упал. Ну давайте какой-нибудь текст, господи, все же слишком очевидно. Нет, Гашан, ты должен все сделать, что от тебя требуется. Во-первых, возьми этот шарик. Почему? Потому что. Во-вторых. Во-вторых. Так, стоп. Туда не надо падать. Во-вторых. Нет. А, слушайте, сойдет вполне. Бам. Е-е-е, наступает ночь. Зовет и манит. Чувство новое даря. Фух, сэкономили время. Пугагагапщи-пуг-пуг-пугапщи-пуг-пугапщи-пуг-пугапщи. Нет, волшебный рисуночек. Ладно, туда мне пока рано еще идти. Походу там было темно, а этот шарик будет нам освещать путь. У-у-у. Красота, прям Скайрим какой-то. Эх, Скайрим, такая классная игра. Жалко, что в нее наигрался уже. Пугагагапщи-пуг-пуг-пугапщи-пугапщи-пуг-пугапщи. Воу, да этот парень светится. Светится от счастья. Да, теперь мы сможем пройти темноту. Или, как говорится, darkness. Мы сможем пройти darkness. Да, ну, конечно, логика тут присутствует, но она мне не очень понятна. Походу, в том туннеле очень темно. Теперь с этим шариком мы сможем сюда зайти. Расступись, темнота. А, я понял, вначале было типа обучение, да? А теперь началась реальная игра. Так. Ага, я должен идти на звук. Зачем? Здорово! Ты кто такой? Стой! Подожди! Ты источник экшена. I expected something else to go with it. Так. I thought that fear would find me and keep me petrified there forever. Ну и... Yes, I felt alone and helpless. Стой! Источник экшена! Куда ты делся? No deep-seated trauma reared its ugly head. Not yet. Not yet. Все, вроде мы выходим уже. Так. Ну что, пора наступить дню? Или нет? Ну ладно. Ха. Может быть, это была ошибка. Нет, я никогда не ошибаюсь. Навстречу приключениям. Everything was formless and void. Darkness was upon me. And so I said, как это он после меня упал? Ну ладно. Нам не показали, что у нас там с ним было. О, кстати, он еще крутится.
Так, ладно, тут какой-то был красный шар, источник экшена. Я должен найти его. Может, еще какой-нибудь файтинг устроится. Пшките пока попугапшти как пум-пум пшти как попугапшти. Ну, что поделаешь, придется прыгать. О, может, ты можешь разогнать эту штуку? Ага, конечно, Гошан. 1000%. Чё мне делать с тобой, глупый шарик? Я не глупый! Просто у меня кость широк. Походу, я должен прыгнуть на эту... на эту сферу. Ну да. Тихо, спокойно. Отлично. Перфектиссимиссимус. Чики-читус. Воу-воу-воу! Тише, тише. А, ловушка! Так, как ее отключить-то? Господи, этот свет мешает. Постой, пока тут... Нет, стоп, стоп, стоп! Стоп! Не покидай меня, я понял. Ты подчиняешься законам физики. О, там наверху какой-то мост. И чего? Чего мне делать с этим мостом? Так. Тут тупик. Так что это было? Зачем меня сюда привели? Разработчики, вы что творите вообще? Почему меня сюда привели? Если я там пройти не могу. Ну ладно, видимо я сам себя сюда привел. Ну, вряд ли они типа не рассчитали, что я могу по сфере ходить. Ладно. Доверимся. В атаку. Так, стоп, 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 стоп. А, во! Я понял, теперь я типа наверху оказался. Вроде бы. Или нет. О! Тихо. Ура! До свидания. Стой! Шарик. Вот тут вот стой и не рыпайся. Пукакам, пукакам, пукапшти, пукапшти, пукакам, пука. Слушайте, а может я должен был его покатить? Знаете, такая тема. Да, похоже на то. Я должен был его покатить с горы, чтобы он сюда приземлился в тот момент, когда я окажусь на той стороне. Логично? Твой налево? Так и есть. А! Пгагам, пгабш, пгабух, пгабш, пгабугабугабугабугабугабж. Треклятые разработчики. Опять меня потроллили. Ну ладно. Вот, а там пещера. Whom's like Rolling Stone? Да это плагиат! Надо их засудить. Так, ладно. Укай. Все нормально. Быстрей! Быстрей, 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 быстрей. Есть. Так, идем вниз. Пуга-пуга-пшти, пок-пок, пуга. Ау, пуга-пшти, пуга-пшти, пок-пок, пуга-пш. Пуга-пш, лампу-пшти, пуга-пш, лампу-пшти. Так, ну что у нас тут? Экшен, экшен! Где-то там должен быть экшен. Ищем, ищем экшен. Так. Окай. Вау! Волшебная красная роза. Was the picture on the wall always a red rose? Memories are a funny thing. Yeah. There are gateways to our past. Ладно. They're all connected, yet they don't really work both ways. Enter deep into a memory and it will lead you to another. Ладно. Ну, в общем, такая игра, дорогие друзья. Пишите, что вы об этом думаете. Что-то в этом есть. Эти инди-игры, похожие на произведение искусства. Ну и, в принципе, так приятное ощущение, как когда разгадываешь загадку. Такой типа, да, я смог. Я сообразительный малый. Ну а в целом, благодарю за внимание, дорогие друзья. Будьте счастливы, всего вам доброго. До новых встреч.